И всем привет, ребятки, вы снова на моем канале. И сегодня у нас будет необычный обзор, потому что я такого масштаба модельки еще не делал, не снимал. Да, и сегодня у нас будет моделька Яндекс.Такси, конкретно Лада Ларгус. И сразу хочу предупредить, эта машинка была уже в эксплуатации с января месяца этого года, 2021. Поэтому есть небольшой нюансик тут вот. Ну, а так, в принципе, машинка как новая. И поэтому я хочу сделать на нее обзор, потому что это очень такая очень машинка. И поэтому поехали. Значит, для начала давайте начнем с покраски и с качества. Вообще она проработана просто идеально, как настоящая модель. Потому что смотрите, как у нее зеркала проработаны, как у настоящей. Абсолютно вот эти вот фары сделаны как настоящие. Просто вот в точь-точь, как настоящий значок Лада, кстати, настоящий уже. Решетка радиатора, вот эти вот нижние туманки. Да, кстати, это Ларгус старого поколения, сейчас уже есть новое поколение. Так, тут у нас проработано вот это вот. Все очень хорошо и качественно. Так, тут я, кстати, номера поставил. Да, кстати, если кто хочет, могу снять себе про, как я чининкую свою модельки. Тут у нас парктроник, значит, это максимальная комплектация, как я вижу. Все проработано, Лада Ларгус написано, конечно же. Плюс у нас тут фары настоящие стоят. Бензобак проработан. И все, короче, проработано очень качественно. Мне это очень нравится, что это все проработано тут. И давайте сейчас мы с вами посмотрим на салон. Давайте начнем с багажничка. Багажник у нас открывается как в настоящем автомобиле. Именно вот так вот он открывается в настоящем автомобиле. И именно вот такие дверцы в нем. Багажник, правда, он большой как бы по себе сам. Но как вы видите, в нем скошено пространство вот из-за этих вот чемоданчиков. Ладно, будем считать, что это груз. А так... даже можно возить что-то в этом багажнике. Даже давайте сейчас проверим. Вот детальку от Лего возьму я и положу. Оп. Я спокойно могу ее перевести. Это очень хорошо. И честно говоря, по багажнику я уже понимаю, что эта моделька достаточно интересная. Потому что и закрывается все отлично просто. Теперь давайте посмотрим вот тут вот. У нас открываются еще двери задние. И вот такой вот у нас сзади салончик. Как вы можете заметить. Проработано. Даже подстаканник проработан. Я не думала, что все так до мелочей проработано будет. Класс. И еще сиденья абсолютно такие же, как в Ларгусе настоящем. Давайте посмотрим на панельки, потому что они тут есть. Панельки абсолютно точная копия. Класс, вообще проработка. Потому что я еще никогда не видел такой модельки, которая просто все проработана абсолютно. Теперь давайте откроем дверьку. И у нас передние двери со звуком открываются. Спасибо за поездку. Спасибо за поездку. И, кстати, смотрите, я сейчас открою, и вы посмотрите салон. Вас приветствует Яндекс.Такси. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Подсвечивается салон, то есть у нас подсвечивается прибор панели и там, где спидометр стоит. А посмотрите, какая проработка салона. То есть я показывала, говорю, ну, обычный салон. А вот это я не скажу, что это обычный салон, потому что в нем проработано настолько все качественно. Посмотрите, просто посмотрите. Проработка на высоте. Там проработан кондиционер, я вижу. Магнитолы вообще проработаны классно. Бардачок, руль. Коробка передач даже проработана хорошо. Подстаканники всякие, ручник передач. Вот отлично проработано. И вы открываете двери, вернее... Спасибо за поездку. И вам говорят спасибо за поездку. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Вас приветствует Яндекс.Такси. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Тут у нас вот такой вот салон с водительской. И закрываем дверь. Теперь, ребят, самое, что вы, наверное, не ожидали от этой модельки. Сейчас я вам покажу, что самое-самое в этой модельке. Из-за чего я ее взял вообще. Потому что, смотрите. 3, 2. Это открывающийся капот. И вы только посмотрите, какая проработка капота. Да, это
тут проработана почти каждая деталь верхней панели. То есть тут проработана сам двигатель, аккумулятор проработан, всякие там для заливания омывайки, масло для заливания. То есть все проработано абсолютно. Классно вообще-то. Ребят, и смотрите просто, как тут все проработано. Даже как было надо все прорабатывать. Просто как в настоящем автомобиле. Модель. И, кстати, это еще не все. Если нажать вот так вот. Класс. У нее еще и фары светятся, ребят. Да. Если как-то получится, нет, не получится вам снять сегодня темное время. Но это не все. Машина завелась и... Маршрут построен. А как же без маршрута-то ехать? Вообще, ребят, смотрите, как все проработано. Я только из-за двигателя ее и взял. И закрываем капот. В этой машине также есть у нас, как вы уже, наверное, догадались, инерционный механизм. Куда без него? Как эта моделька будет выглядеть без инерционного механизма? Давайте его сейчас проверим. Ну, блин, хороший механизм. Реально, механизм просто отличный. Мне эта машинка, моделька, очень нравится, потому что она как настоящий автомобиль. Я, возможно, еще даже сделаю какую-то обзор на еще модельки этой фирмы. Может, даже возьму еще Яндекс.Такси какую-то, например, Весту. Но если вам понравился ролик и эта машинка, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. До новых встреч!